Здравствуйте, девочки и мальчики! С вами Мария Воложанина, передача «Солнышко». Нам сегодня привезли мебель для моей комнаты. И мы сейчас пойдем наверх и посмотрим, что у нас тут там есть. Теперь идем. Смотреть, что дальше. Вот у нас тут есть такие коробки. Я включу свет, чтобы было виднее. Вот тут вот написано. Я ставлю лестница. Еще тут есть стол. Стеллаж. Кто знает, что это такое, напишите мне. Так, вот соседи. Так, вот мои куколки тут лежат. Там еще один дом. И вот много-много домов. Выглядит все это вот так. Вот рядом с кроватью у нас будет лесенка. Мы уже собрали кроватку. Кроватка моя открывается. Вон там вид из окна. Очень красивенький. Папу позовите, чтобы он ахнул. Сейчас будем делать селфи. Селфи с кроваткой. Сейчас сделали селфи. Это классно, это классно. И вот, ну, ребят, на вот этой вот шикарной кровати я буду сегодня спать. Это что у тебя? Кровать. Три штуки, да, три штуки. Так я не понимаю, что это? Ага. Какая-то волна или птица? Мне кажется, это машина. Да, самый большой. Да, это машина, это похоже на машину. Вон там, вон кальбусики. Вот я вот так вот еду на машине. Ну, сделал селфи. Селфи с тарелочкой. Лапуль. Вот видишь, лапуля совсем не высоко. И я катаюсь на стульчике. Вот у нас тут есть полка для книг. Только не знаю, куда это девать. Куда это приклеивать. Вот тут вот ящички. Вот тут мягкие игрушечки мои. Тут игрушки от Kinder Surprise. У нас куколы. Куколки некоторые без одежды, потому что не успела ходить сегодня. Так, забираюсь на кровать. Кровать такая воздушная. Все, там пружина, там пружины. Вот так вот, когда ты ложишься, кровать немного толкает тебя. Моя комната готова. У нас там даже стоит компьютер. Интернет работает. Можно игры мы включать, скачать.
тебя птичек это. Тут еще слоник у меня сидит. Тут лошадочка. Из цирка привезла ее себе. И вот такой вот слоник лохматенький. Он самый маленький, поэтому он и медленно катается. Дизайн на кроватку. А кто там сидит? Кто там? Вот кто там сидит. И говорит вам. Мои одежды. И опля. А это у нас что-то вроде первого этажа. Мне эту комнату подарил телеканал. Я плаваю в пряном соусе. До свидания, девочки и мальчики. С вами была Мария Воложаня, передача «Солнышко» и моя новая комната. Как классно. А теперь я буду играть в игры. Thank you.